Владелец взорвавшегося ларька с шаурмой получил год ограничения свободы. Его признали виновным в выполнении работы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. ЧП произошло на остановке поликлиника на Комсомольском проспекте. Момент взрыва попал в объектив камеры видеонаблюдения. А это уже последствия. Ларек с шаурмой буквально разорвало на части. Из него даже вылетела микроволновка. Вики, конечно, были. Люди на остановке напугались. Тогда пострадали две работницы заведения. В результате осудили хозяина ларька. Было установлено, что мужчина не имел разрешения на использование газовых баллонов и лицензии, а его сотрудницы не умели пользоваться опасным оборудованием.